جناب گوتسو نخست تشکر میگویم به شما که وقت جدا کردید برای صحبت با رادیو آزادی و من نخست میخواستم پرسم که در تاجیکستان میان دهقانان یک اندیشه وجود دارد که بعد از پاشخوری اتحاد شوروی در جای کلخوز و سوخاز های پیشین که عمدتا خیلی بزرگ بودند چندین خوجگاه دهقانی خرد تشکیل شد و برخی ها میگویم که همون نظام کلخوز ها بهتر بود که سمرانوکی مهنت بهتر بود حاصل فراوان میگرفتند و اما خوجگاه دهقانی که خیلی خرد هستند امکانی سرمایه گذاری و هم گرفتن حاصل خوب را ندارند. نظر شما در این مورد چگونه است؟ Спасибо за ваш вопрос. Эта дискуссия, конечно, очень интересная. Мы можем потратить дни и даже недели, обсуждая, что лучше. Я бы сказал, что эти две вещи невозможно сравнить. Потому что в советское время была плановая система с очень серьезным административным ресурсом. Когда распался Советский Союз, все наши страны перешли на рыночную экономику, и мы решили, что мы будем работать в рынке. И здесь поменялась сама философия работы, сама философия сельского хозяйства. В рыночной экономике риск переходит от... Как и переходят административные к рыночной экономике, риск, там, производство, финансовые риски, они перешли от государства к частному сектору, к частнику, к дихканину. И что очень важно отметить, потому что мы всегда говорим о рисках, о такой негативной части, что мы проигрываем, что мы можем потерять деньги на сельском хозяйстве, что сельское хозяйство не убыточное, не прибыльное. Но самое главное понять и то, что вместе с рисками пришла в частный сектор и прибыль. То есть ответственность за бизнес перешла от государства к частнику. И частник, когда частник, дихканин, бизнесмен, когда он занимается бизнесом, он не только думает о том, как потерять, правда? Он же, когда планирует свой бизнес, когда планирует свои, там, посадку какую-нибудь, когда сеет что-то, он планирует получить прибыль. И что самое интересное, что эту прибыль, она остается у него. Оно не отдает ее государству, потому что в административной системе вы все отдавали, вы получали просто зарплату. И вот здесь вся разница. Разница в том, что мы переняли риски, но переняли и прибыль. То есть рыночная экономика дает возможность людям становиться богаче, становиться и показать, на что каждый человек способен. این سال دهقانان تاجی خصوصا باغپروران حاصل فراوان به دست آوردن خاصتا آنهایی که به تاک و انگور پروری مشغولند میگویند انگوری زیاد حاصل گرفتند و نمیتوانند به خارج صادر کنند روسیه هم که بازار اساسی صادرات میوه های تاجیکستان به حساب میرود چند بار شد علکی ماشین های حاملی میوجات تاجیکستان را بازپس میگرداند با دلیل های گوناگون. فکر میکنید مشکل در اینجا در چی است؟ یعنی تاجیکستان باید چی کار کند که با دهقانانش کمک کند تا اونها میوه حاصل کرده خود را به فروش برارند؟ Я при разных, при многих случаях говорю о том, что у Таджикистана есть огромный потенциал в столовом винограде. То есть и климатические условия, и сам опыт, который есть в Таджикистане, сорта, которые есть в Таджикистане, они должны, в принципе, помочь развитию этой отрасли сельского хозяйства. Очень большой потенциал. Виноград – это дорогой продукт, столовый виноград. На нем очень хорошо можно заработать. Но, к сожалению, в Таджикистане не существует практически, за редким исключением, инфраструктуры хранения винограда.
А столовый виноград имеет свою технологию хранения. Особую технологию, которой практически нет. И вот если бы была такая технология, если были бы такие специализированные холодильники, специализированный холодильник с контролем атмосферы и с добавлением там всех этих веществ, которые позволяют охранять виноград от порчи, то можно растягивать сезон продажи винограда. Вот сейчас что происходит? Сейчас у нас виноград поспевает, сейчас очень много его, все сейчас хотят его куда-то отослать. У нас нет достаточно машин, у нас нет достаточно, может быть, условий для того, чтобы этот виноград быстро упаковать, красиво упаковать. У нас есть проблемы, может быть, какие-нибудь на границах, я не знаю, что может произойти, и этот продукт портится. Но когда все захотят его экспортировать, цена начнет падать. Уже в рыночной экономике она и здесь, в Таджикистане, начинает падать сезон. А если можно растянуть этот сезон, можно очень серьезно повлиять на прибыль дихкан, тех, которые этот виноград хранят, потому что за сезоном уборки приходит сезон, когда люди платят намного больше за ту же самую гроздь винограда, но сохранившуюся на месяц-два месяца позже. Поэтому я хочу сказать, что сейчас, на данный момент, большое усилие должно быть и со стороны правительства, и со стороны партнеров по развитию. И такое уже есть, мы чувствуем, что есть движение в инвестициях в инфраструктуру постуборки, после уборки, чтобы этот виноград сохранить, упаковать правильно, и потом, чтобы можно было уже легко, в нормальных условиях, экспортировать в другие страны. Естественно, основным рынком будучи Российская Федерация, которая рынок, я так понимаю, что очень выгодный для таджикских бизнесменов, фермеров, и который в данных условиях этих лет надо его как можно больше развивать и открывать. این سال فاو سازمان آذوقه‌واری سازمان ملل متحد 70 سالگی تأسیس یابی خود را جشن می‌گیرد. می‌شود کمی مفصل‌تر برای شنوندگان و بینندگان ما قصه کنید که این سازمان در مهلت بودوباشش در تاجیکستان برای رشد کشاورزی چی کمک‌ها رسانده است؟ Да, вы знаете, FAO является организацией, одной из первых специализированных агентств Организации Объединенных Наций, именно в области сельского хозяйства, потому что после, в 1945 году это была одной из самых больших проблем развития сельского хозяйства, борьба с голодом. И те программы, то сотрудничество на уровне ООН, которое создалось для того, чтобы создать организацию FAO, это все привело к каким-то последующим усилиям для того, чтобы улучшить ситуацию во всем мире. С тех пор FAO стала так называемым агрегатором, консолидатором знаний, технологий со всего мира. Но не только консолидатором, но и так называемым дистрибьютором, да, потому что мы аккумулируем эти знания, данные из одной страны и делимся ими с другой. Вы знаете, что Таджикистан тоже является так называемым донором информации, донором различных генетических ресурсов. В том плане, что они существуют, они созданы для всей цивилизации, они не только созданы для Таджикистана. Нет, нет, нет. Таджикистан очень большой вклад принес в области генетических ресурсов. Наши дискуссии насчет водных ресурсов, насчет лесных ресурсов, все это является той площадкой для общения и для обмена информацией в рамках FAO. Но так как Таджикистан стал как самостоятельное государство членом FAO в 1995 году, мы, как организация, имплементировала уже очень много программ. За последние годы, благодаря FAO, производство рыбы увеличилось, по-моему, минимум в 10 раз в Таджикистане. Именно потому, что эти программы были направлены на то, чтобы привлечь интерес
дихкан в определенных зонах Таджикистана в инвестиции в рыбное хозяйство. Ташаккор барой сохбат. Вам большое спасибо.